Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи сегодня Владислав Иноземцев, российский экономист, социолог, на прямой связи из Вашингтона. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните также, пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Я знаю, что нас слушают в Вашингтоне тоже, по крайней мере, иногда нам звонят из этого города, так что мы агитируем наших слушателей из столицы США тоже присоединяться к разговору. Ну, начнем мы с российской истории, потому что вчера в поправке в Конституцию Российской Федерации голосование за или против которых было и в Латвии, то есть на территории Латвии, осуществлено в посольстве. Как вы оцениваете вообще результаты этого голосования и что они означают, на ваш взгляд, для будущего России? Ну, слушайте, я бы сказал, что означают они для будущего России не слишком много, потому что, в принципе, основной задачей, как мы все понимаем, было продление сроков полномочий Путина, пребывание его власти. Это было сделано достаточно успешно, но я, собственно говоря, очень давно считал, что такой или какой-то иной метод легитимации пожизненной власти Путина будет предпринят. Поэтому, собственно говоря, для меня лично ничего особенного не произошло. Я еще раз повторю, я был уверен в том, что Путин никуда не уйдет в 2024 году, и каким-то образом методы для обоснования этого будут найдены. Что касается самого голосования, ну, слушайте, я думаю, что всем понятно, что оно было достаточно сильно сфальсифицировано, было придумано много новых методов электоральных, и голосование электронное, и голосование на дому в огромных количествах, и, соответственно, проведение выборов или волеизъявления на протяжении нескольких дней. То есть, в принципе, все было сделано для того, чтобы в России как таковые выборы прекратились и заменились малочему обязывающим опросом населения. Я в свое время еще где-то, по-моему, в апреле или в мае, не помню точно, на одном из сайтов, который управляется из Вильнюса, есть такой сайт Riddle, я писал там о том, что 2020 год станет для России рубежным с точки зрения ее электоральной системы, потому что, собственно, этот референдум был первым событием в череде таких невыборов, да, то есть каких-то якобы электоральных действий, которые должны просто подтверждать тот курс, который власть пытается проводить, но никоим образом не выражать волю граждан. Я думаю, что вот этот метод, который был опробован, он в ближайшие годы будет использован и дальше, и российские выборы по-прежнему продолжат прекращать становиться выборами и будут все больше и больше похожи на какие-то, ну, скажем так, театрализованные представления. Ну, Нью-Йорк, как мы знаем, проголосовал в большей степени против поправок в Конституцию. Чем это можно объяснить? Ну, граждане России в Нью-Йорке. А Вашингтон проголосовал за. Но я думаю, что в данном случае это объясняется, скорее всего, опять-таки, контингентом тех граждан, которые живут, допустим, если в какой-то столице и в каком-то городе находится большее количество государственных служащих, работающих в разных родах институтах международных или посольстве, или российских представительствах возникает один результат. Если, допустим, как в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, в Берлине больше людей, которые выехали в эти города и в эти страны по собственному желанию, живут там как самостоятельные делающие бизнес или работающие люди, но с российским паспортом, там, соответственно, другое отношение. Насколько я понимаю, в странах Балтии, наоборот, был один из самых высоких показателей за, что, естественно, не может не удивлять. Но так или иначе, общий результат, да, конечно, еще раз повторю, очень многие обстоятельства указывают на масштабные фальсификации, но в любом случае, с одной стороны, было понятно, что и прошлая конституция, да, и эта конституция была принята меньшинством, в том плане, что даже если вы имеете там 60 или 55% при явке в
соответственно, тоже где-то там 50-60, то это получается около трети населения, около трети избирателей, собственно, что было в 93-м году, что было сейчас. То есть добиться того, чтобы реально больше половины списочного состава избирателей выступило за, было очень тяжело. Но, опять-таки, еще раз подчеркну, мое ощущение заключается в том, что население России в целом пока не против даже путинской диктатуры, потому что никакого настроения типа киевского настроения, там 2014 года, белорусского настроения сегодня в России, конечно, близко нет. Вас, кстати, действительно удивляет такое единодушие жителей стран Балтии, граждан России в странах Балтии, ну, в частности, в Латвии, вы сейчас сказали, да, по отношению к поправкам к президенту Путину и так далее? Ну, слушайте, я думаю, что там многие годы пропаганды не прошли бесследно. И, естественно, я бываю довольно регулярно в Латвии, в Эстонии. И я хочу сказать, что не только там, даже во многих западноевропейских странах люди, которые давно не были в России, очень сильно подвержены каким-то пропагандистским методам работы. И смотря российское телевидение, они действительно убеждены, что в России существуют огромные успехи, высокий уровень жизни, Путин обо всех заботится и так далее, и так далее. Ну, а в Балтии, я думаю, что ситуация усугубляется тем, что всякого рода конфликтные или потенциально конфликтные ситуации между, в отношениях между русскоязычными и правительствами этих стран, они очень хорошо используются российской пропагандой, и, соответственно, пестуется такой дух пятой колонны, который, собственно говоря, и подтверждается тем голосованием, которое мы сейчас видели. Ну, на ваш взгляд, если говорить вообще о действиях российских средств массовой информации, насколько они эффективны и превосходят ли они, скажем так, советские образцы вот воздействия на аудиторию, живущую за рубежом? Потому что, ну, если взять цифру, абсолютную цифру, то, например, восточный регион Латвии дал поправкам 96%. То есть 96% голосовавших – это больше, чем в Чечне, которая традиционно в России является таким флагманом в плане голосования в поддержку Владимира Путина и его инициатив. То есть можно ли сказать о том, что Россия очень эффективно использует свои пропагандистские мощности? Да, можно. Я об этом неоднократно говорил. Мне казалось и кажется, что, с одной стороны, российская пропаганда гораздо успешнее советской пропаганды, во-первых, а с другой стороны, российская пропаганда – это один из самых дешевых, я бы сказал, методов проекции российской власти за рубеж и российских там, интересов и ценностей, в кавычках, да, за рубеж. Почему? Я думаю, с Советским Союзом есть два довольно принципиальных отличия. Все-таки в случае с Советским Союзом, когда речь о советской пропаганде на Запад, то у большинства тех, кто ее получал, там это были жители западных стран, возможно, какие-то люди левых взглядов, коммунисты, они все-таки понимали, что идет холодная война, есть очень мощное противостояние систем, что Советский Союз является врагом западного мира, или, по крайней мере, противником. И в этом отношении, конечно, к этой пропаганде всегда было отношение, ну, скажем так, достаточно, ну, не скептическое, но, по крайней мере, осторожное. Все-таки последние 30 лет они привели к тому, что Россия воспринимается на Западе в качестве врага, ну, я думаю, за исключением Украины, ну, не так, чтобы много где, потому что все-таки эта страна открытая, россиян достаточно много в мире, возникает определенное человеческое общение. То есть я бы сказал, что Россия все равно, как бы она, какую бы агрессивную политику она ни вела, она не воспринимается в Европе как источник опасности. И в этом отношении, скажем так, осторожность и неприятие российской пропаганды, она очень сильно снизилась, с одной стороны. Но с другой стороны, я думаю, что все-таки очень важным фактором является то, что за эти годы появилась очень большая российская и русскоязычная диаспора, не только в тех странах, откуда Россия ушла после распада СССР, но и в, там, в той же самой Германии, в других европейских странах, в Соединенных Штатах. И эта диаспора, она опять-таки не идеологична, потому что люди, которые уезжали из СССР, они уезжали с четким неверием в советский строй, и, в общем-то, мы, скажем прямо, с определенным элементом ненависти к этому строю. Люди, которые уезжают из России и надолго, так сказать, остаются с ней без связи, они, в общем-то, создают какой-то иллюзорно-позитивный образ страны и, безусловно, являются очень хорошей, скажем так, референсной группой для этой российской пропаганды. Поэтому я думаю, что да, российская пропаганда очень сейчас эффективна. И последний момент, конечно, Путин апеллирует к так называемым традиционным ценностям, к
которые, безусловно, в какой-то части западной публики вызывают сейчас серьезные симпатии с учетом вот этой такой постоянного пересмотра традиционных и привычных для большинства людей подходов в области меньшинств, этничности, гендерных вопросов и многих других моментов. Но если говорить об эффективности запретов, потому что Латвия недавно запретила вещание в кабельных операторах 7 телеканалов группы RT, Rush Today, и, соответственно, таким образом Латвия, ну, по крайней мере, заявляет о том, что она планирует ограничить действия российской пропаганды. Пример. На ваш взгляд, насколько это эффективный способ? Вообще запретами можно что-то в современном мире решить, как вы считаете? Слушайте, я думаю, что на самом деле, конечно, можно, потому что все-таки значительная часть реципиентов этой пропаганды, она не является, скажем так, какими-то профессиональными работниками IT-сферы или большими специалистами в области обходов разного рода запретов. Поэтому я думаю, что какие-то задачи можно решить. Естественно, полностью перекрыть ее поток невозможно. Но сами все запреты у меня не вызывают особо больших вопросов, просто потому что действительно с позиции тех же самых балтийских стран, конечно, это абсолютно враждебная пропаганда. Но, с другой стороны, я, например, не могу забыть, когда года 4 тому назад я приехал в Берлин по приглашению одной организации, одного сингтенка на обсуждение проблемы, связанной с российским влиянием за рубежом, и организаторы поселили гостей в одной, ну, такой средненькой гостинице, скажем так. И мое удивление было довольно велико, когда единственный англоязычный канал был RT. То есть Rush Today. Да, то есть Rush Today. Да, ну мы также напоминаем, что для наших радиослушателей, что вы можете нам звонить, задавать вопросы нашему гостю 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Если говорить в целом о доверии к странам, вот сейчас, может быть, в посткарантинное коронавирусное время было опубликовано исследование доверия как раз странам после коронавируса, и там было отмечено, что европейцы стали гораздо меньше доверять США и Китаю в этих условиях. Вот как, на ваш взгляд, это может отразиться, отсутствие доверия может отразиться на взаимодействии экономическом и в целом, какие могут быть последствия после вируса? Ну, вы знаете, на самом деле это два, по-моему, очень разных тренда. Что касается доверия к Китаю и его снижения, оно снижается во всем мире. И, безусловно, сейчас, конечно, вся эта эпидемия, она очень сильно вызвала вопросы к китайским властям. С одной стороны, с точки зрения того, как они контролируют эпидемиологическую обстановку, потому что все-таки мы понимаем, что это не первая эпидемия, которая приходит из Китая. Были огромные штаммы гриппа в 1957 году, в 1969 году была азиатская пневмония, был свиной грипп, сейчас приходит это. Постоянно возникают какие-то новые инсинуации по поводу очередных возможностей вспышек эпидемических болезней в Китае и в Азии в целом. Поэтому, естественно, сейчас Китаю настроение очень осторожное. Что касается Соединенных Штатов, смотрите, мне кажется, что Европа и США – это территории, которые постоянно находятся в каком-то состоянии то ли исторического соперничества, то ли недоверия, то ли постоянно какого-то, спора за преимущество или за приоритеты. И отношения их никогда не были простыми, да, со времен там генерала де Голля, когда во Франции все-таки антиамериканизм был чуть не государственной идеологией, и все последующие периоды, я, насколько помню, только, может быть, при президенте Клинтоне отношения были такими очень позитивными, когда, собственно, социал-демократы находились у власти в Европе во многих странах, и, собственно, американское правительство занимало такую очень добродушную проглобализационную позицию, без попыток каким-то образом учить мир жить. Это был такой период достаточно успешного взаимодействия. Что касается остальных времен, всегда мы можем вспомнить войну в Ираке, борьбу с терроризмом, и всегда, так сказать, всплески симпатии к Соединенным Штатам очень быстро заменялись каким-то элементом отчуждения. Но экономически Европа и Америка очень зависимы друг от друга, поэтому, в отличие от Китая, откуда я вполне допускаю, могут выноситься часть производства, могут уменьшаться экономические связи, экономический союз между Европой и Америкой никуда не денется. Какая роль России в этом раскладе? То есть Россия в данной ситуации может что-то выиграть от того, что вот есть некие колебания в отношениях между Европой и США, Европой и Китаем, США и Китаем и так далее и тому подобное? На самом деле я не думаю, что много, потому что, понимаете, когда идут такие серьезные тектонические сдвиги, то выигрывать может тот, кто делает ставку на один из лагерей,
и в случае каких-то изменений может ее очень быстро изменить. Россия, на самом деле, сегодня страна в значительной мере изоляционистская. И, опять-таки, даже если говорить про Китай, который рассматривается в России как стратегический союзник, отношения с ним, они тоже, в общем-то, далеко не такие партнерские, как, допустим, между европейцами и американцами, потому что Китая в России боятся, откровенно говоря. Его не пускают в какие-то крупные стратегические экономические проекты. От него стараются держаться подальше с точки зрения проблем государственной безопасности всегда. Китай тоже отвечает взаимностью, потому что у него очень много накопленных обид по отношению к России. Вот сейчас, например, в китайской прессе прямо в эти дни разворачивается очень большая, скажем так, дискуссия, если не сказать больше, относительно событий в связи с празднованием 160-летия Владивостока, когда российское посольство в Пекине распространило твит, типа, какое у нас радостное событие, а вся китайская пресса ответила, что вообще-то это оккупированная территория, на которой построен этот город, и, в общем-то, праздновать Китай здесь совершенно нечего. И на самом деле волны возмущения достигают довольно значительных высот. Поэтому я бы сказал, что выиграть от того, что Китай остается изгоем, России тяжело, потому что, допустим, она могла бы взаимодействовать с Китаем более активно, если бы она выполняла, допустим, часть свою договоренность с китайцами, например, по строительству инфраструктуры для транзитных путей. Но в России так ничего не сделано в этом отношении. Если говорить, допустим, о Соединенных Штатах и Европе, то, опять-таки, конечно, в нормальной ситуации было бы выгодно начать более активное сотрудничество с Европой, если мы видим охлаждение отношений со Штатами. Но Россия на сегодняшний день такой изгой на мировой арене, что договориться о чем-то с цивилизованными странами для нее остается очень сложно. У Китая есть вообще союзники сегодня в нынешних условиях? Вы знаете, Китай очень напоминает Советский Союз во время Холодной войны, когда он считается достаточно сильным для того, чтобы быть вторым полюсом современного мира. И он кооптирует союзников приблизительно по советскому образцу, когда вы, условно говоря, там платили какой-нибудь Эфиопии кучу денег, насаждали там марксистское правительство и считали Эфиопию своим большим союзником. Такого рода союзников у Китая много, да, это союзники в Южной Азии, в Африке, в Латинской Америке, которым Китай оказывает экономическую помощь, которым он обеспечивает определенное, ну, там, способствует их экономическому развитию, но на каких условиях мы сейчас не будем обсуждать. Таких союзников много, но, опять-таки, союзники, которые могли бы ему серьезно поспособствовать в случае каких-то конфликтов или противостояний с остальным миром, я бы, честно говоря, таких почти что не вижу, потому что, наоборот, уже давно в мире существует и в Азии, в том числе, довольно сильно антикитайское сотрудничество, и в первую очередь ось между Японией и Индией, и Соединенные Штаты, безусловно, скептически относятся весьма к китайскому возвышению, поэтому я думаю, что мы увидим очень похожую ситуацию на времена Холодной войны. В отличие от того случая, Европа будет нейтральна, а как раз Китай со своими сферами влияния и Соединенные Штаты с азиатскими союзниками в виде Индии и Японии будут играть роль вот такого фактора сдерживания. У нас звонок, радиослушатель на линии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаем вас. Меня Петр зовут. Да, Петр. Я считаю, что Россия мало занимается пропагандой РТ. Причем не на русском, а на латышском языке надо больше. Я бы очень рад был, понимаете, чтобы правительство Латвии немножко пощипывали каждый день. Спасибо. Спасибо. Но спутник выходит и на латышском языке, кстати, так что в этом смысле тоже что-то есть. На самом деле, еще раз, понимаете, я не знаю ни одной страны, где население было бы в подавляющем большинстве просто счастливо действовать собственного правительства. Поэтому, если где-то критика этого правительства, она либо тенденциозна, либо вообще отсутствует, то любой новый поток каких-то критических замечаний, он, конечно, вызывает определенный интерес. Поэтому я думаю, что, еще раз повторю, российская пропаганда сегодня, она работает довольно изощренно, она попадает на очень неплохую для себя почву, и в этом отношении, как мы уже говорили, она эффективнее советской. Намного эффективнее, потому что, в отличие от советской, которая была, еще раз повторю, заточена на идеологические обстоятельства, современная российская пропаганда, она касается широких
жизненных проблем и, в общем-то, оперирует с большим количеством фактов, обстоятельств и в целом работает на гораздо более широком фронте, чем советская, типа там борьбы за мир, свои социализмы и так далее. Но если говорить о влиянии России, потому что есть легенда о русских хакерах, кремлевских хакерах, которые, в общем-то, могут фактически все, в том числе и решить исход президентских выборов в США. Вот насколько эта легенда является легендой, или все-таки действительно Россия располагает такими мощными кибервойсками, можно так сказать? Знаете, я небольшой специалист кибербезопасности, я могу сказать свое личное впечатление об этом. Оно сводится к следующему. Дело в том, что здесь мы видим еще очень важный момент, который дает российской пропаганде огромные преимущества. А именно то, что политическая борьба фактически всегда, она, скажем так, не то чтобы подразумевала, но она всегда очень позитивно, ну как бы борющиеся политические группировки, они всегда очень позитивно относились к любым возможностям оправдание самих себя за свои собственные проблемы. Вот я был в Соединенных Штатах, ну, скажем так, половину времени предвыборной кампании 2016 года. Тот процесс отбора кандидатов от демократов, когда господин Сандерс был фактически отстранен от этой кампании усилиями функционеров Демпартии, глава кампании Клинтон, которая была, ну, по моему личному оценочному суждению, абсолютно бездарной. Последние недели, когда было возбуждено дело против Клинтона, потом закрыто стороны ФБР, вот все это, оно было насыщено таким количеством ошибок стороны Демократической партии, что победа Трампа, она меня очень удивила, я ее не предсказывал, сразу скажу, но по здравому размышлению она была абсолютно понятной. И после этого, естественно, именно демократы начали активнейшим образом обсуждать российское вмешательство, русский след и так далее. То есть, глядя на западные СМИ, я хочу сказать одну очень простую вещь, что они используют фактор российского вмешательства для оправдания проблем собственных политических сил. И это очень выгодная тема. И она очень понятна, этот сюжет, потому что любой проигравший всегда будет говорить, что не просто он проиграл, а ему вот не дали выиграть. Причем внешние силы, которые, естественно, противостоят вашим ценностям, с которыми нужно бороться и так далее, вот они этому честнейшему, эффективнейшему политику не дали победить. И это очень хороший прием. Я даже написал в свое время в газете The Hill, это газета американского конгресса, статью относительно того, что не Путин силен, а ваши собственные политики делают его очень сильным. Потому что если мы посмотрим, допустим, на российскую пропаганду внутри самой России в 2000-е годы, то у Путина была четкий подход, заключавшийся в том, что пусть меня ругают, пусть во мне говорят плохо, но пусть и оппозиционная пресса, и проправительственная пресса говорит только обо мне. То есть вопрос знака внимания, плюс или минус, он даже не стоял тогда. Вопрос заключался в том, что все должны были говорить только о Путине. Хорошо или плохо, неважно. Вот ровно то же самое сейчас происходит в остальном мире. То есть сегодня для Кремля было бы самым страшным ударом не критика Путина, а молчание о нем. Потому что вот если о нем молчат, значит он просто пустое место. А если его критикуют с пены у рта или хвалят вообще каждый день, и то для Путина одинаково хорошо с точки зрения информационного фона. Мне кажется, что на Западе совершенно не понимают. Да, прям это как в Мерлине, колдунья Мэп, когда они забыли, и это забвение ее разрушило. А так никто не мог ее победить очень долго. Абсолютно. То есть вопрос заключается именно в том, что реально, ну, как бы известная поговорка, что противоположность любви, не ненависть, а безразличие. Вот то же самое, именно это должно было бы стать ответом Путину, что типа, Владимир Владимирович, у нас есть дела поважнее вас, Россия со своим 1% ВВП нас вообще не интересует. Типа, ну, продавайте свой газ, там, показывайте свои мультики про ядерные ракеты и сидите там у себя в Кремле хоть до 36-го года. Вы нам не интересны. Вот этот удар для российской пропаганды и вообще в целом там ощущение Кремля был бы намного сильнее, чем постоянные первые полосы в «Нью-Йорк Таймс», «Человек года» в журнале «Тайм» и так далее, и так далее. Пусть, так сказать, в обличии там какого-то тирана, это абсолютно не волнует Кремль. Главное — число упоминаний в прессе. Примем звонок. Радиослушатель у нас на линии. Здравствуйте. Добрый день, Сергей, Рига. Да, слушаю вас. Честно говоря, для меня немножко необычно слышать от экономиста, находящегося в Соединенных Штатах. Что именно вам непривычно слышать, Сергей? Да, Сергей. Сергей, вы пропали.
Мы вас не выключали, но, может быть, вы перезвоните нам и закончите свою мысль, скажете, что именно для вас непривычно. Напомню, телефоны 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Если поговорить о том, что сейчас происходило в США, беспорядки, акции протеста, некоторые из которых переросли в мародерство, как мы знаем, после убийства охранника, темнокожего охранника Флойда. И уровень безработицы в США, насколько известно, он довольно катастрофический, по крайней мере, в марте, по-моему, была информация о том, что он достиг максимума со времен Великой депрессии. А как эти процессы вообще могут сказаться и на экономическом состоянии Соединенных Штатов? Ну, смотрите, я думаю, что экономически, конечно, сейчас самый важный фактор, который здесь играет роль, это распространение коронавируса, продолжающаяся эпидемия, темпы которой не снижаются, они просто мигрируют от одних штатов к другим. Что касается, потому что все экономические проблемы сегодня вызваны только этим, на самом деле. Да? Мы видели, допустим, в апреле месяце, что помощь правительства, бизнесам и населению, она привела и приводит к постоянному росту реальных доходов, несмотря даже на то, что сокращалось объем розничных продаж. То есть у людей деньги есть, фондовый рынок чувствует себя очень хорошо, там технологический индекс NASDAQ сейчас находится на рекордных высоких уровнях. Экономика очень быстро может восстановиться в случае, если эпидемия закончится. Но, к сожалению, мы видим сейчас, что деятельность и президента Трампа, и многих губернаторов штатов, она выглядит очень такой нигилистической по отношению к перспективам вируса, в том плане, что якобы это не так важно, можешь не носить маски, вообще все это фикция и психоз. И это, конечно, мешает экономике восстанавливаться. Что касается волнений, да, я думаю, что они не играют на экономическую жизнь особой роли, не оказывают особого влияния, потому что самый важный фактор здесь заключается лишь в том, к чему эта обстановка приведет в ноябре, и будет ли смена власти в Белом доме. Скорее всего, что она, наверное, будет. Демократы с высокой степенью вероятности победят. И вот тогда мы увидим влияние на экономику всех этих процессов, потому что это, видимо, приведет к повышению налогов и к каким-то более жестким мерам государственного вмешательства и так далее, и так далее. То есть реально бизнес хотел бы, скорее всего, сохранения Трампа на посту президента. Нынешняя политическая кампания в Америке очень имеет высокие шансы этому воспрепятствовать. А что касается ее влияния на экономику, еще раз повторю, оно не слишком велико, потому что, смотрите, безработица очень высокая, но мы видели уже по итогам мая и в июне резкое снижение тех максимальных уровней, которые мы видели в начале мая. Да? С другой стороны, пособия по безработице нынешние, которые обусловлены коронавирусом, очень высоки. То есть сейчас люди, которые потеряли работу в связи с эпидемией, получают пока еще по $600 в неделю. То есть это, в принципе, $2400 в месяц, не облагаемых налогами, которые, по большому счету, для значительной части людей, которые не имели сбережений, даже больше, чем их средний зарплата. Поэтому я думаю, что экономика, еще раз повторю, восстановится очень быстро, как только эпидемия закончится, или когда она закончится. Но никто не знает, когда это будет. У Канье Уэста нет шансов на выборах, как мы понимаем. У него нет шансов, но у него есть очень большая, скажем так, миссия, я бы сказал, потому что если он действительно сумеет собрать подписи для регистрации, потому что уже, в общем, сроки прошли, то, на мой взгляд, это идеальный протрамповский кандидат, как это ни странно, потому что какое-то количество голосов, особенно в афроамериканском сообществе, он, несомненно, соберет. И это такая, знаете, фигура Росперо номер два. И повторение 92-го года, когда Росперо, независимый, довольно правый кандидат, отобрал порядка 16% голосов у президента Буша и привел к победе Клинтона. Вот в данном случае этот Риппер – это идеальная кандидатура для того, чтобы разрушить единство демократической партии и ослабить позиции Байдена. Ну, а Илон Маск поддержал как раз, его фотография. Очень хорошо. Чем больше его поддерживают, тем лучше для Трампа. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый. Вот у меня к вам вопрос. Значит, вы задумывались о будущем Америки, ну вот меня еще интересует и Латвия будущее, и Прибалтики, и Польша, поскольку здесь американские базы. И вот сейчас в Америке бывшие потомки рабов ставят на колени белых американцев.
И вот в связи с этим, станет ли Америка белая рабами бывших, потомков бывших рабов, да? Да, спасибо. Слушай, ну этот вопрос, конечно, многие ставят. Я думаю, что она не станет такой страной, потому что все-таки, смотрите, есть... еще раз повторю. В истории Америки было очень много разных сложных периодов, периодов гражданского несогласия. Мы помним как раз 60-е годы, как раз прошедшие под флагом войны за равноправие, борьбы за равноправие. Сейчас этот процесс, который сейчас мы видим, он абсолютно не начался вчера. Это процесс, который с 90-х годов, когда многие группы и меньшинства начали, скажем так, отстаивать свои права и требования какого-то особого к себе отношения, да, более-менее привилегированного. Это даже называлось утверждающие действия, affirmative action, система помощи представителям меньшинств в интеграции в общество, экономической помощи, помощи в карьерном росте и так далее. Это произошло далеко не сегодня, да. Это курс, который был начат еще в 90-е годы. Я, очень многие американские интеллектуалы били в набат по поводу меньшинств. Мы помним книгу Хантингтона, который, правда, акцентировал внимание на усилении роли латиноамериканцев в жизни страны и распространении испанского языка. Это происходило постоянно. Но Америка – это страна очень особой культуры. Это страна иммигрантская, это страна, которая видит свою идентичность в таком постоянном плавильном котле в перемешивании культур. Поэтому я абсолютно убежден в том, что этот эпизод она тоже вполне переживет. И, конечно, уже сейчас заметно, что вот это полное, тотальное увлечение движением БЛМ, которое было еще пару недель назад, начинает сменяться достаточно скептическими отзывами и очень серьезным, скажем так, неприятием его в отдельных частях общества. Я думаю, что баланс будет найден. Америка страна демократическая, афроамериканцы и латиноамериканцы, и азиаты здесь не в большинстве. Поэтому, мне кажется, еще раз повторю, какой-то баланс будет найден, и на самом деле ничего страшного для этой страны он не сделает. Что касается Европы, еще раз повторю, здесь совершенно другая ситуация. И Польша, и Франция, и Германия. Это страны, которые не создавались так, как создавались Соединенные Штаты. Это страны исторические, они формировались как национальные государства еще 200-300 лет тому назад. И в этом отношении, конечно, вот фактор миграции, который начался опять-таки не вчера, а еще с 70-80-х годов, он эти общества, я думаю, будет раскалывать гораздо сильнее, чем американское общество. Американцы к этому привыкли. Они, так сказать, боролись или, наоборот, приветствовали волны мигрантов, начиная с начала, с конца 19 века. Мы помним прекрасно 24-й год, акты против иммиграции из Китая, абсолютно дискриминационные законы, которые были приняты, потом отменены, потом за это просили извинений, платили компенсации и так далее. Но в любом случае, я просто еще раз подчеркну, Америка страна более гибкая социально, политически и экономически, чем европейские страны. Мне как раз кажется, что в Европе будет больше проблем с мультикультурализмом и миграцией, чем в Соединенных Штатах. У нас много звонков, примем еще один. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день еще раз, Сергей Рига. Скажите, пожалуйста, каково ваше отношение и СМИ как транслируют то, что функции правопорядка сейчас переходят от полиции вооруженным людям, которые формируют, в принципе, отряды милиции. И по поводу еще второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что Соединенные Штаты, Госдепартамент заявил о том, что 30% ракет должно быть в Европе, должно быть переоборудовано на ядерные носители? Благодарю, всего вам доброго. Спасибо. Ну, смотрите, по поводу полиции, да, и вооруженных отрядов, я думаю, конечно, что мы уже видели буквально несколько дней назад, что в Сиэтле, где существовала такая зона хаоса, ее достаточно успешно ликвидировали и вполне мирно. Я думаю, что этот тренд никоим образом не отражает реального положения вещей. И, безусловно, никто не распустит здесь полицию, потому что Америка – это страна с высоким уровнем насилия, с высоким уровнем состояния оружия в обществе. И, условно говоря, роспуск полиции или серьезное ослабление ее функции, оно может иметь очень далеко идущие последствия. Поэтому, я думаю, это понимает прекрасно федеральное правительство и правительство штатов. Я не могу себе предположить, что действительно вот эти якобы вооруженные отряды, которые пока, опять-таки, не занимаются охраной правопорядка, иногда только
устраивать демонстрации, могут иметь какое-то значение. Что касается идей ядерного перевооружения и передвижения войск в Европе, ну, слушайте, давайте мы дождемся первых результатов этого, потому что такого рода решения, они требуют минимум года-полутора для своей реализации. По крайней мере, я абсолютно убежден, что до конца срока действия нынешней администрации ничего радикального предпринято не будет. Намерений всегда бывает очень много, это бывает и в Госдепартаменте, и в Министерстве обороны, и в Конгрессе. Но еще раз повторю, я, безусловно, не приветствую такого рода решения, потому что они наверняка вызовут очередную перегонку вооружений. Мы имеем сейчас в Москве правительство, которое только и ждет каких-то провокационных действий со стороны Запада. Но я бы в первую очередь обратил внимание на то, что это еще пока не действие, а разговор о нем. Мы об антироссийских санкциях слышим годами, которые так и не вводятся. И, в общем и целом, планы администрации, которые сейчас озвучиваются, не должны восприниматься как нечто, что произойдет уже завтра. А ядерный фактор и наличие ядерного оружия, насколько это сейчас значимый фактор в таком геополитическом раскладе, потому что Россия имеет самое большое количество ядерных боеголовок, и, несмотря даже после распада Союза, это число тоже выше, чем у США. Вот в советское время это было чуть ли не одним из основных таких и сдерживающих факторов, и факторов влияния. Сегодня это важно? Ну, знаете, вы назвали два фактора, сдерживающий фактор и фактор влияния. Сдерживающим фактором ядерное оружие было всю холодную войну, остается и сегодня. И это, безусловно, является фактором, который поддерживал и поддерживает определенное, ну, как бы сказать, устойчивое противостояние и в целом скорее является фактором поддержания мира, чем его нарушения. Что касается влияния, то вот в данном случае мне кажется, что оно никогда не было фактором влияния, потому что влияние, допустим, Советского Союза там, в Африке или Латинской Америке определялось не ядерным оружием, а объемом подачи к этим странам и объем, масштабом идеологической промывки мозгов, в целом распространенностью вот этих коммунистических левых идей. Поэтому, еще раз повторю, влияние никогда не строилось на ядерном потенциале, да, и не строится и сегодня. Поэтому я думаю, что для России наличие ядерного арсенала очень важно, потому что в Кремле люди, по-моему, искренне думают, что на них пытаются напасть, что страну хотят расчленить, что территории там, Сибири и российские полезные ископаемые кому-то нужны. Хотя на самом деле в последние десятилетия все-таки геополитика она очень сильно претерпевает изменения, потому что наличие больших территорий, оно скорее является обузой в большинстве случаев, чем активом, потому что вы, как те самые китайцы, им гораздо проще купить там, половину сибирского леса, который сами русские вырубят, складируют и еще, так сказать, за взятки в полцены продадут, чем захватывать там миллионы квадратных километров, потом пытаться их обустраивать и ими владеть. Поэтому я думаю еще раз, что ядерное оружие сегодня важно как элемент национального престижа для России, но в геополитических играх и расчетах оно особого влияния не имеет. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, да. Роман. Да, слушаем вас. Я хотел задать такой вопрос по внутренней латвийской политике. То есть вот в Латвии проживает 40% русских. Тем не менее, мы знаем, что здесь введен такой замечательный институт, как институт без гражданства. Мы знаем, что даже в Конституции прописана высшая нация латыши. Основная. Это как второй сорт. Мы знаем, что уничтожается... Вот вы говорили, и информационное поле на русском языке зачищается, уничтожено образование на русском языке. То есть вот как ваш гость к этому относится? Да, спасибо вам. Спасибо. Смотрите, я отношусь к этому, ну, скажем так, двояко. С одной стороны, существуют, конечно, европейские законы и правила, по которым образование на национальных языках должно существовать и развиваться. И даже европейские власти, общеевропейские, много раз указывали латвийскому правительству на то, что многие законы выходят за правовые рамки европейских конвенций. И это, безусловно, вызывает серьезное недовольство. И я думаю, что слушатель прав, когда он говорит о том, что, скажем так, это, безусловно, давит на русскоязычное население Латвии и ухудшает его положение и его самоощущение, и, безусловно, делает его более позиционным в отношении правительства Латвии. С другой стороны, я хотел обратить внимание вот на что. Дело в том, что если мы посмотрим на
диспозицию постсоветского пространства с точки зрения миграции и притока населения, то Латвия является единственной страной на постсоветском пространстве, доля русскоязычных населения которой не сократилась после распада Советского Союза. И это очень существенный, на мой взгляд, сигнал, просто потому что если русские бежали там из весьма дружественных Москве сейчас Казахстана или Узбекистана, и население этих стран, русскоязычная доля сокращалась в разы, то в странах Балтии, видимо, есть какие-то аргументы, которые удерживают русскоязычных граждан от переезда в Россию. Причем, видимо, аргументы существенные, с учетом того, что доля, еще раз повторяю, не сокращается вовсе. Поэтому я думаю, что ситуация не столь однозначна. То есть, видимо, есть какие-то экономические, социальные плюсы для русских, которые заставляют их оставаться в Латвии, а не возвращаться, не пытаться воспользоваться русской программой переселения. Последний момент, который я здесь отметил, он достаточно важен, на мой взгляд. Дело в том, что, в любой, опять-таки, еще в любой стране, которая, ну, скажем так, недавно получила независимость, и мы видим это по всем восточноевропейским странам, национальный фактор, он, конечно, играет очень высокую роль. И мы прекрасно понимаем, насколько долго Латвия находилась в составе Советского Союза, какие последствия это имело для латышского государства, для латышского мировоззрения. Поэтому мне кажется, что здесь невозможно искать какого-то выхода на путях конфронтации. Опять-таки, если говорить о людях без гражданства, то еще раз повторю, допустим, в Европе на сегодняшний день у многих возникает вопрос относительно того, что, допустим, мигранты, приезжающие в европейские страны, имеют все гражданские права и тем самым очень сильно влияют на политику этих стран. И это вызывает скепсис. Мне кажется, что самое важное для человека – это не вопрос гражданства, это вопрос, скажем так, уверенного самоощущения в языковой среде, это вопрос социальных гарантий, это вопрос не дискриминации при приеме на работу и так далее, и так далее. Вопрос участия в политической жизни, еще раз повторю, страны, которая исторически не является своей, это вопрос менее существенный. Еще раз. Я понимаю возмущение, которое существует в русскоязычной среде в Латвии, но еще раз хочу сказать, что все-таки, если мы признаем Латвию независимой страной, то ее население, ее коренной народ имеет право на соответствующее определение. Если мы это не признаем, то мы получаем совершенно другую ситуацию. Еще звонок у нас. Да, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Так вот, как раз говорят, что есть российская пропаганда, да, и там пролатвийский, да, я хочу Латвии очень хорошее, и все. У меня латышская семья, то есть у меня смешанный брак, я сам украинец, а жена латышская, и дети и так далее. Но я наблюдаю все время, что именно само правительство, само государство делает все, то, чтобы людей унизить, то есть сделать все для того, чтобы это общество было разделенное всякими методами. Для примера, не граждан спрашивается, их есть более 200 тысяч. И вы поверите или не поверите, они около 80 случаев есть, которые в законодательстве ущемляются в правах. Первый случай, я скажу, простой. Знаете, что не граждане не могут купить сельскохозяйственную землю и разводить свиней. Спрашивается, для чего это принято? Это принято для того, чтобы поиздеваться. Да, и задавайте вопрос, у нас очень мало времени. Да, но заканчивается время, к сожалению. Да, вопрос такой. И вы бы как бы обратили внимание и поинтересовались до конца, потому что они делают все для того, чтобы русский язык запретить, высшее образование. Да, спасибо, но это такая эмоциональная оценка, мы, к сожалению, не можем. Нет, но, слушайте, я понимаю эту эмоциональную оценку. Я уже сказал, что, еще раз повторяю, социальные, экономические права, они должны быть, безусловно, защищены. Если речь идет о том, что действительно есть очевидный момент дискриминации, не политического плана, еще раз подчеркну. Это, конечно, вызывает осуждение, еще раз повторю, это вызывает критику со стороны европейских институтов. Единственный момент дискриминационный, который может
иметь оправдание, это действительно не предоставление права голоса гражданам, родившимся или жителям Латвии, родившимся за пределами страны. Да, но если это... остальное, я думаю, что все это перегибы. Да, но я тогда поправлю, что многие не граждане, они родились в этой стране. Есть парадоксальная ситуация, да. Потому что моя мама не гражданка, а она родилась здесь. Я гражданин по отцу. А, и, в общем-то, другой родины у нее нет, но паспорт она получила не гражданский именно по причине того, что мой ее отец приехал в Латвию после 40-го года. Скажите, пожалуйста, вот есть такой встречный вопрос. А насколько сложно получить гражданство? Гражданство получить можно, это не очень сложно для, там, скажем так, людей среднего возраста, для людей старшего возраста, возможно, сложно, потому что нужно выучить язык, а среди неграждан очень много людей именно старшего возраста, им просто физически это сложно делать. Вопрос в том, что многие этого не хотят делать, именно по причине вот того, что... Вот и я думаю о том же самом, потому что, собственно говоря, если вы живете, вот моя покойная мама, она после войны, ее родители уехали в Эстонию, сама из Ленинграда, и она пожила там... 5,5 лет, пока она не поступила в аспирантуру, уехала обратно в Ленинград. Когда мы приезжали в Эстонию с ней в 89 году, после того, как она там не была 30 лет, она общалась с таксистами, с ассистентами по-эстонски, вызывая безумный фурор. Собственно, неужели так сложно людям, которые живут десятки лет в стране, хотя бы, так сказать, ради самоуважения и уважения к этой культуре и к этой стране, выучить хотя бы, ну, пусть не литературный латышский, да, и не писать на нем научный трактат, а хотя бы просто общаться в быту. Но здесь, мне кажется, тоже другой момент, почему, скажем так, человек, который родился в одном роддоме, родились два ребенка, это там, правда, Янис и Иван, или там Лига и Анна, и, скажем, одна получила гражданство, а вторая нет, и потом одной нужно доказывать, сдавать экзамен, там, историю Латвии и так далее, что она лучше гражданин, чем та самая ее соседка по роддому. Смотрите, это бесконечный спор, потому что мы видим, допустим, если бы то же самое произошло в Германии, да, если бы какие-то люди приехали в Германию по виду на жительство, у них родился ребенок в берлинском роддоме, это ничего, ничем бы не помогло ребенку стать германским гражданином. Равно то же самое это было бы во Франции. В отличие от Соединенных Штатов, где человек, любой родившийся у нелегальных мигрантов на территории США, автоматически становится гражданином, не делая гражданство родителям. То есть это вопрос разного подхода. Европейский подход права крови, он, в общем-то, конечно, сильно отличается от американского, но это право тех стран, которые ввели. Вот в действительности это, на мой взгляд, еще раз повторю, эта тема сложная, но какого-то унифицированного решения очень простого для нее нет и не предвидится. Да, и у нас, к сожалению, закончилось время эфира. Спасибо. Благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Владислав Иноземцев, российский экономист, социолог, был гостем нашей программы из Вашингтона, выходил с нами на прямую связь. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Вам спасибо.